Что бы сегодня посмотреть? Да-да, не вы одни. Я также на несколько секунд провалился в эту атмосферу. И все же, сейчас наберусь наглости и вкратце расскажу, о чем этот фильм. Школьный автобус, полный девушек, все веселятся, но в одну секунду у автобуса и у всех пассажиров верх и низ разделяются на несколько метров друг от друга. В живых остается только главная героиня, вовремя наклонившаяся за упавшей ручкой. Кошмарный денек для нее на этом не заканчивается, и в течение всего фильма ее кидает с одного ада в другой. У главной героини начались проблемы с памятью и ориентацией в окружающем мире. Ее преследует некое зло, от которого она пытается убежать, меняя имидж и локации. Преследующее ее зло сметает всех на своем пути, оставляя после себя десятки останков и ихних частей. Цель главной героини – разобраться, что же она сделала не так и как это исправить, так как иначе этот кошмар никогда не прекратится. Спецэффекты слегка смахивают на какой-то трешачок, но довольно-таки масштабный. Игра актеров, видео, звук на серединке. А вот сюжет интересный и слегка загадочный. Чем-то даже походит на фильм «Пункт назначения». Думаю, из него получилось бы отличное продолжение франшизы. В конце фильма можно громко вскрикнуть. Вот это поворот! Лишь досмотрев картину до конца, окажется, что никакого абсурда-то и не было, и все расставляется по своим местам и полочкам. Даже бурная фантазия самого бурного фантазера не может предугадать, что же будет в финале. Эффект от концовки невообразим. Все, кто желает посмотреть этот фильмец и узнать, что это было, подпишитесь на канал, чтобы всегда знать, что посмотреть этим вечером. И останавливайте этот ролик, так как сейчас будет открыта завеса страшной тайны. Хотя куда уж страшнее. А концовка возвращает нас в начало фильма, а именно до инцидента с автобусами. И нам показывает другую линию событий из первичной реальности, в которой школьница пишет свои мысли в тетрадь. И в момент падения ручки слышит одноклассниц, воспринимая сказанное ими как нечто насмешливое, вследствие чего психика девочки не выдерживает, и она размещает ручку в непригодном для этого месте. Смыслом оказалось осознать то, что не они, а именно она направилась в Вальхаллу. То есть все, что происходило в фильме, ее глюки. И откинулись не ее сверстники, а именно она.